смотрите, в Газиантепе есть такая река. Они говорят, это их море. Короче, смотрите, не знаю, как увеличить вам, как видно на лодках. Там маленькие плавают, смотрите. Полно здесь, и солнышко просто светит с этой стороны, может, плохо будет видно. Короче, здесь классно отдыхать. Здесь очень классно отдыхать возле речки. Смотрите, приятно смотреть, как люди на лодках катаются. Здесь такой огромный длинный мост. Здесь воздух такой более-менее теплый. Ну, хотя бы, как вам сказать, очень жарко. Юкарда гиделим не вар? Здесь, короче, такой парк возле, ну, через дорогу, короче, напротив этот озеро такое у них. Смотрите, все выносят здесь, как бы отдыхают, делают шашлыки, короче, и так далее. Очень огромный парк в Газиантепе. Смотрите, здесь, короче, в Газиантепе сделали новые парки, где здесь люди катаются на лодках, я не знаю, бесплатно, за деньги, такое озеро огромное. Короче, я не знаю, искусственное или натуральное, но что я вам хочу сказать. Мы прошлись такое количество километров, наверное, 2. Оттуда, где вот видно мост, оттуда там машину мы оставили. Вы представляете, что здесь ни одной кафешки нету, чтобы купить себе булочку, кофе и так далее. Короче, здесь нереально что-то купить. Здесь все люди делают пикники, это как бы люди все свое делают. Это пипец. А нам идти туда-обратно, где этот мост, смотрите, по той дороге. Короче, классно здесь, но я после зоопарка очень устала. Ставьте себе, нашли мы кафе. Какое-то, не знаю, сейчас посмотрим, терраса хорошая. И возле озера запах очень здесь такой чистый. То есть воздух приятный такой, знаете. Сейчас посмотрю, где посидим, что будет, что здесь есть. Бакалим Невар. Короче, смотрите, мы в том ресторане были, ушли оттуда, потому что там кроме кебаба ничего нету. А я не кушаю мясо. Мы пришли в другой ресторан напротив, ну, короче, нашли его. Там терраса красивая, но нифига нету нормальной еды. А здесь, смотрите, такое кафе, здесь есть курица, остановились здесь. А мы спускаемся сейчас вниз, там очень красиво, спускаемся, короче, вниз, вот здесь сверху курить нельзя. Тоже красиво, смотрите, все цветочков, короче, красивый дизайн. Короче, мы вот здесь нашли на террасе, снизу здесь, как бы, первый этаж, еще 2 сверху, нашли, где покушать. У меня силы нет, сейчас будем заказывать, смотрите. Там озеро. Короче, хотели покататься на этих лодках яхтах. У меня силы нету. Настолько вымотались сегодня, мои хорошие. Сейчас покушаю. Но здесь, опять же, нету нормальной еды. А здесь, сейчас посмотрим. Здесь мне не принесли. Короче, я посмотрю, что там есть. Мы сидим, пока ждем еду. Я рассматриваю вот это озеро. Смотрите, сверху это очень много. Вот эти какие-то тросы. Вот я не знаю, видно будет. Короче, я не знаю, люди как-то катаются, переплывают на этом. Считайте, вот на другой стороне. Сейчас пока не вижу. Ну, как бы Кемаль мне сказал. Представляете, не знаю, сверху. Как так? Здесь этого полно этих столбов, что перевозят людей на другую сторону. Очень классный здесь вид. И смотрю. Короче, хотели кататься на этих кораблях, яхтах маленьких, но я отказалась, потому что у меня силы нет уже сегодня. Смотрите, какой кораблик красивый, люди отдыхают. Классно здесь. Я смотрю, здесь в Газиантепе постоянно дети орут. Где бы вы ни были, на детей вообще не обращают внимания, они себя орут. А там через эту реку, озеро, не знаю, что это, на другой стороне ресторан. Смотрите, там свадьба, музыка оттуда играет.
смотрите, сколько мы ждем, минут 20. Уже я оделась в кофточку, бо прохладно здесь возле этого озера или речки, не знаю. Здесь сверху очень классно, смотрите, кафе. Ждем кушать. Как бы свежее все, рыбка, но очень долго. Кемаль Насыр, сын? Где, смотрите, кебаб какой сделали, огромный человек принес. А я такая голодная, очень хочу кушать. Смотрите, я уже кофту одела. Хорошо, что я бросила ее в сумку, и сейчас прохладно. Смотрите, какие женщины закрытые идут на той стороне. Сейчас увидите. Почти все здесь такие. И я такая голодная, что говорить не могу, мои хорошие. Они так нагло смотрят, поворачиваются в мою сторону. Все с ног на голову. Прям так, что я видела. Специально так делать, чтобы я это все видела. Такая голодная, мои хорошие. Я не знаю, что я себе заказала рыбку, чушра называется, и картошку. Кемаль говорит, что кто кушает рыбу с картошкой, я говорю, с салатом кушают. А я говорю, мне кажется, что я такая голодная, что я бы сейчас все скушала. Много гуляли, ходили, мои хорошие. Поэтому, а еще возле воды сейчас сидишь свежий, такой воздух чистый, и поэтому очень хочется кушать, мои хорошие. Хорошо, что кофточку вот эту я бросила в сумку. Беру специально эту любимую большую сумку. Сейчас ветер. Не знаю, 7 часов вечера, мои хорошие. Представляете, я утром пюре кушала, кофе, сигарета, чай. А сейчас и мороженое в парку кусали. А сейчас такая голодная. Смотрите, как красиво там наверху, не знаю, как снять. Мы там были, короче, там мясо, говядину продают, кебаб. Нету курицы, ничего нету. Кемаль Юркун за мной ходит, где я снимаю видео, очень устал. А я хожу, куда мне надо, туда поворачиваю, где меньше людей. Кемаль злится, что так долго ждем. Я говорю, да иди побей их, бокс я пьер. Иди побей. Почему так долго нам кушать не несут? Здесь людей полно, люди на улице все кушают, считать. Готовят, наверное, не знаю, так долго. Наверху очень классно. Мы были, я снимала видео, потому что там курить нельзя, спустились сюда. Здесь немножко прохладно. Такой видон какой-то странный с этой стороны. Не знаю, мы вообще кругами ходили. Там очень красиво, где наверху, но там, говорю, нету другого мяса, картошки, там только этот кебаб, говядина с салатами. Вот поэтому мы оттуда ушли. А видон очень красивый там наверху. Мои хорошие, я еще возле водички, мы сидим. Я проголодалась. Первый раз в жизни я такая голодная. Мой еще злится, что я так долго еду делать. Говорю, иди их побей. Говорю, ты чего думал, мясо, рыба долго делается, и поэтому мы ждем, покажу, что мы заказали. Смотрите, на корабле какая музыка. Как мы долго еду ждем, это финал. Смотрите, короче, час ждали здесь, пока рыбку мне принесли, чупра. Я не знаю, какая на вкус. Мы картошку уже покушали, салат покушали и кебаб. Час ждали, пока нам принесут. Это ужас. Уже темно. Смотрите, как красиво. Наконец-то мы покушали. Идем. Это получается за Газентепом село какое-то. Кушать долго несли. Вообще ужас один. Мне здесь не понравилось. Как бы после Стамбула. Это, ну, что я могу сказать? Это ужас. Здесь мне не понравилось. Ну, как бы в Газентепе еще более-менее плюсов. Минусов я еще разобрать не могу. Сравнивать, конечно, с Стамбулом ни один город нельзя. Я как бы... Стамбул это совсем другое.